Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Far Cry, далекий плач. Продолжаем. Вот на этом месте мы с вами остановились. Давайте посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь цели. Тут вот одна, значит, есть. А там вот... Там были какие-то цели, да? Помнится мне. Ага, кто-то там уже есть. А, мы же наверх забрались, пойдем. Помнишь, мы там где-то остановились, да, наверху. Сохранение прошло здесь. Мы забрались разве? Да, мы забрались. Ну, сейчас ты, когда ты туда найдешь, ты сразу же помнишь. Нет, я помню, что мы там где-то были. Но вон вот там наверху мы были. Я помню, что ты попробовал и да, ты но я продул. Да, я как всегда продукал. Там какой-то вертолет. Пропоносил. Тут кто-то прям стоит. Да, стоит. А я. Тут. Он где-то там стоит. Аля. Три топора. Хоть бы не спалили, да. Ничего, у нас вода есть, не спалят. Обольемся. Вот как будто прям кто-то вот здесь стоит. Не, нет, он далеко стоит, смотри, где. Это где-то еще метров 10-15. Хорошо, ладно, вот мы здесь. Значит, сюда можно как-то подкрасться, вот да? Вот здесь мы... Сейчас здесь... Кто где стрелял? Вот здесь. Все, брони... вон он, наверху, видишь? Брони нет у меня, если что. Да что такое? Чё ты сразу перезаряжаешь-то, хмырёк, нахрен? Офигеть. Куда идти? Вот, вот бери, наверх иди. Лучше вот сюда пойдем наверх, наверное. Так, сейчас они поползут ко мне здесь, как эти, как муравьи, нахрен, как тараканы дома. Когда плиту поджигаешь, у кого были тараканы, они сразу ползут оттуда. Духовку поджигаешь, они выползают, им жарко. О, давай. Ты жив? Я уже умер. Я не успел сказать, что я умер, прости. Я жив. Давай. Ничего не делай. Где кто? Они поползут, как кто только вперед пройдешь, то они поползут. Игра чувствует. Ух, ну какая. Аля. Ты такой, я сижу, да? Как встать? Си. Не Control. Могу. Не могу. Пробел. Не могу встать, что за дело? Я так долго не продержусь, если буду сидеть. Давай надо учиться вставать. Вот, назад, какую кнопку нажала? Все, вот, встала. В, блин. В, вот это В. Оу, свет. Там кто-то ходит. Конечно, они всегда ходят, потому что у них болят животы. Куда он делся? Я тут. Может, туда там? Он там ходит, смотри, патрулирует. Может, он вот надо сюда быть вот? Наготове. Подожди, нет. Он сейчас выйдет, наверное. Блин, там снайперка была, но... Пупок, ты где? Покажи свой полулысый череп. Может, так обойдем их или так, смотри. Ну почему свалил. Не отвечаешь? Свалил он куда-то туда. Ух ты, ёв, смотри, вот там этот. А я его пристрелила уже. Какой пулемет нахрен? Пулеметчик, да. А это что такое? Это ничего тут нет. Пусто. Здесь хорошо нас будет стрелять. В нас. А-а-а. А вон там что-то лежит, аптечка лежит, смотри. Возьму-ка взять. О, он аж укнул. Опорожнение кишечника, как всегда, прошло успешно. Идем. Так, все, мы подошли к точке, там, где игра дело видит. Ты башка офигевшая. Жесть, откуда он выполз? Только аптечку взяли, шкура. Вот гад, а. К нам кто-то прется, смотри, судя по карте. А он сзади. Сзади хочет нас, понятно. Ну что, пойдем? Ну давай, иди. Тихо. Ну, слушай, что... как там перезарядка на?
Тихо-тихо-тихо. Он даже вставать. П может вставать, то есть R вставать. Смотри, он прям в стенку. Может, у него забрать? Сейчас он должен зайти сюда. О, прям отдыхать лежли. Спите вечной жизнью. Забирай у них ружбасы. Еще кто-то шарится, да? Да, сзади шарится. Может, успеем ружбас забрать? Что успеем? Что-то забрала. Колесико можно крутить, винтить. Колесиком, да? Ух ты, граната. А что, гранатка не берется? Не берется. Ну, если что-то выкинуть, то будем браться. Хмэй, ты где? Там где-то далеко. Как они сюда-то приперлись? Сколько же этих людей, на кого они... Че, пойдем? Ай-яй-яй-яй. Там может кто-то быть. И там может что-то быть. Аптечка. А вот здесь я встрял. А, вот здесь их много, да, сейчас пойдет? Да, лучше не высовывать голову. Какие-то тут развалины. Блин, как уж мне эту игру напоминает. Индиана Джонс, наверное. Не, я в ней не видел. Смотри, вроде никого там. Нам бы, да, нам уже, надо бы уже куда-нибудь. Вот этот, мне шагануть. Вот он сейчас не помогает никак, вот этот бинокль. Да, потому что я... стены дубовые. Ты нажимала, ничего, они... Так и никого нет, смотри, вроде всех кокнули. Так, пулемет, нам, значит, нам куда? Там же какой-то вертолет у тебя появился, помнишь, в прошлый... Пойдем туда. Серьезно. Спускаемся, больше некуда. Пупок лежит, не вижу. А, видимо, эти же и прибежали. Ты и кокнула уже все правильно. Там уже пусто, никого нет вроде бы. Они не успели. Здесь так опасно идти, действительно. Куда не пойдешь, все сразу тебе уже стреляют в голову. Нам бы найти вот. Вот, а найти вот мы сюда бы. Идем, правильно, вот сюда, вниз. Нет, не вниз. Спускаться. А, вот сюда, в дырищу. Отлично, отлично, отлично. Что это такое? Это плохо, черт. Смотри, Кать, подожди, смотри. Я знаю, что я делаю. А, взламывай? Говорит. Смотри. Что, что? Вот, обернись, пожалуйста. Ну, мне что? Кажется, вот этой базукой... Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. Вот эту херню надо брать, кажется, стрелять. Ёб твою налево. Ну тогда давай валим куда-нибудь, как думаешь, куда? Может, туда вниз пойдем, смотри. Ох, началось. А у нас катакомбы есть. Бруничка. Ой-ой-ой-ой-ой. Жаль, что здесь нельзя сохраниться. А у нас только что прошло. Да, прошло, пошло, не бойся, прошло. Здесь так легко идти, легко. Он так идет, хорошо. Да. Что-то там воздушное, морское, что-то там такое, да? Да-да-да. Цель назад у нас идет. Нормально, да? Всю броню использовали нахрен. Пойдем отсюда нахрен. Оглушил, гад. Где цель? Цель сзади. Что? Сейчас он меня убьет. Он должен разблокировать эту хрень, а нам нужно где-то прятаться, да, нам сейчас. Где он гад стреляет? А кто будет разблокировать? Вот этот чел, который, мужичок, который с нами общается, встань. Он должен разблокировать дверь, он сказал, и тогда пройдем. Че это за фуфло? Ныкаемся. Сдохли. Надо попробовать, может быть, выкинуть оружие и взять вот эту хренотню, может быть, она помощнее. Не зря нам ее положили. Вот это вот, что это такое? У нас небольшая проблема, Джек. Похоже, бросить не оружие будет брошено, штурмовая нога. Будет вот это можно взять. Нажмите бросить оружие. В инвентаре придется посмотреть, наверное. Подожди-ка, колесико можно бросить. Пистолет бы бросить, нам не нужен нам нахрен. Как его бросать-то, ё-моё? Ну, уже 100 кнопок попробовали. Настройки управления, давайте бросим. Присесть, контрол. Взять или бросить, смотрите, кто увидит. Действие, Enter Tab. Скажите нам. Переключить вид, не то. Действие. Сделай скриншот. Бросить оружие. А у нас тоже кнопка. Давай назначим кнопку. Какую тебе будет полегче? Z, давай, хочешь Z? Какая у тебя поближе? Z. А Z ни за что не отвечает? Не. Так смотри, ну, какой Z, Z, пусть будет Z. Хмэ, что ты не делаешь? Все. Отлично. Z. Кидай на, забирай. О!
Баба. Где хмырь? Нам надо ныкаться, наверное, все. Так, сейчас. И ждать, пока бабуин приедет. Эту бронечку да возьмем. Она здесь необходима, как интересно, никак. Как она стреляет, эта хрень. Что, с вертолетами будем разбираться? Попробуй, только тут, тихо-тихо-тихо. Где они там? Да. Я думаю, пульки... А у нас только три их, прикидываешь, по-моему? А, нет, сейчас, Попок приедет, прицелься. Сюда попробуй, не должен, да, попробуй, попасть? Нацелься, да. Не, должен. О, зашибись. Сейчас, подождем, хмаря. А что, не едут-то, ё-моё. Они должны здесь два быть. Может быть... может быть, куда? Вот он. Хмырь. Ай, мимо, ё-моё. Да ты паскуда. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Блин, заново переиграли бы. Все. Подожди, подожди. Зря взяли. Так, тихо-тихо, они спустились. Ну, давно бы уже пора. Прячься куда-нибудь, как прячься. Хочешь попробовать? Давай попробуем. Спрятаться можно попробовать. Будешь бросать? Только не это бросай, бросай какой-нибудь пистолет. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Так, он бегает вообще шею на шею. Может быть, этим надо в лодку лучше стрелять? В какую лодку? Ну, вот, которая как раз таки стреляла. А это лодка стреляет, что ли? Да, это лодка стреляет. Попробуй в него попади нахрен. Ну, она в тебя сейчас что, баба? Тогда нахрен, пошла ты взад лодка. Прыгай, Попок. О, хмырёвка стреляет, да? Да. Броня полная, здоровье полное. Хрен вам лысый, гады. Они очень медленно летят, вот эти ракеты, поэтому вертолёт успевает отлететь. Прицел. Сейчас попробуем поближе подойти. Где этот гад вылезет? Они сразу их... Три штуки вылезет. Он там, кстати, пулемет стоит, если что. Ух ты, ёб, так можно его было использовать. Ну хорошо, следующий... А вот я хотела пойти посмотреть, вообще есть там какие-то пулеметы. Так вон, ну да, я видел, он был. Так, значит, следующий, сейчас я подохну, ты будешь использовать это. Ну, почему? Ну где ты, Попок? Попробуй своими силами. Что это за хрень там гремит? Летит, летит, летит. Готовься. Давай. Ну, ну... Так. Посыпались. Пошли вы в задницу. Да уйди ты. А во, все, ушел. Тебя стреляют. Куда ты бежишь? Бегу. К фрицу. Вот эту бы лодку бесячую найти бы. Ты ее отсюда, она тебя сейчас сама загасит. Да. С первого раза. Ой, валим, так нас оглушили, походу. Ну, прыгай. Оглушил, да, походу. В здание? В какое здание? Вот это. А, о, все. Ф. Все, иди. Где Ф? А, Ф. Ф не надо мне Ф. Ф это может, фонарик. Может, другое возьмем оружие теперь? Смотри, это как забам... Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Ах ты хмырь. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Он кого-то изобретает. Да. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Че? Подойдем, может, посмотрим, да, что-нибудь. О, хмыри, ёб. Он один тут. Там, по-моему, сидел кто-то еще. Два. А, один. Прощайся. Что происходит? Какого? Уходи, прячься. Прячься. Блин, ну все, труба. Ну. Центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. Дайте аптечку тогда. Взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Вы, наверное, в этой игре главное спрятаться нахрен куда-нибудь. А под... Ты слышишь, что они говорят? Да. Что они сказали? Взрывчатку надо искать, и вы найдете что-то подходящее. И куда мне ее использовать? На баке с топливом. Ты болтун, вот что. Болтун. Я говорю, ну птица умная и летающая, или как там? Ё...
Давай. Enter. Вот из врачатка, отлично. Это то, что нам надо. Ух ты, ю. А что, можем что-нибудь взять? А что нам нужно? Фиг его знает. MP4 формат. Или MP5 новый формат видео появился. Вот это не нужна, наверное. Давайте мы ее бросим. Она уже тем более закончилась. А это что такое? Пулемет. Пистолет-пулемет. Берем что-нибудь. Брошено, да. Пистолет-пулемет. Вот это возьмем. Вот эта там штука, можно одну было куда-нибудь пульнуть хорошенечко. Ну пойдем тогда. Enter. Значит, эту лодку не надо убивать, а я бы, блин, там стояла, убивала ее. Да? Ну, конечно, да. Я такой человек, я пока всех не убью, не успокоюсь. А нет, а я люблю напролом. Если игра не запускает. Вот он бак, по-моему, топливо. Вот это, по-моему, топливо. Можно? Это газ. Так, почему-то не... Может быть, будет действие, да, какое-то нажать? А, вон цель, Катя, вон цель там. Пойдем к цели. Ага, вот оно. Ух, смотри, здесь какой-нибудь сидит где-нибудь. Тихонечко. Да. Я вижу, да, вижу, куда ее установить надо. Все прекрасно вижу. Сейчас они не смогут это... Быстрее! Говорят. Бегать можешь? Бегать. Shift. Сдохли. Красота. Кабец, подохли. А вот сейчас давай посмотрим. Может, все нормально? Пронесло. Вроде пошли. Как в этом? Не, сейчас помнишь, такие же были отметины, куда бомбу надо было устанавливать. Хоть бы живы-то остались, может, голова отлетела, рука туда. Надо собирать себя будем. На одну ноге будем бегать, собирать себя. Ну что там? Ну где-нибудь другое место покажите нам. Что у тебя на пирсе с дальней стороны острова? Чтобы меня не раскрыли. Так что тебе придется зачистить этот район. Понял. Зачистить, зашибись. Убить это зачистить. Алло. Может, по кустиках пошаримся, как думаешь? Бинокль включим, посмотрим, где хмарь. Давай, бомби его нахрен. Что? Он даже не успел сказать. Он умер, он сказал, ой, дерь... А Мо не успел сказать. Мо-мо-мо. Ух ты, ёх, смотри, в рубашечке пришел драться. Да, офисный планктон. Молодец, пупок. Кстати, хорошая штука, так нормально стреляет. Да-да-да, смотри, хорошая. Ой, что-то чешется. Намазал. Где вы там все? Вон там, за бугром, они все за бугром. Тихонечко. Может, травку, тверь себе. Тихо, вон он, вон он. Чё, не видишь, что ли? Шуба, гранату кинул кто-то. Ты откуда видишь ту гранату? А я видел, что кто-то что-то запульнул. Или это от нас струя крови потекла, не знаю. Огромная струя. От него до нас. Ой, извини. Ну что ж ты делаешь-то в такой важный момент? Да тут кот бегает. Тебе так важен кот? Он мешает. А нет, кота нету, это у меня призрак. У кота новая фамилия появилась. Кот. Лёш, сейчас будешь сам играть? Где мой фон? На, держи. Ты нычка. Ты а что здесь все по нулям? Ты мне его сам отдал. Да? Подожди, вот смотри. Давай. Да? Да? О, хорошо. Сейчас будешь учиться летать. Только этого нам не хватало. А что, тебе не хватало? Ты же будешь учиться. О, бочки. Тихо-тихо-тихо. Смотри, бочечки хорошие. Тин-тин-тин-тин. Мне вот больше всего интересует... Броня. Есть ли здесь живые? А тут два повстанца бегало, мы их прищучили. И они стали щуками. Ю, хорошо. Смотри. Вроде бы нет никого. Да? Пойдемте тогда. Все, мы ходим, мы Винни-Пуха, я шагаю вам. Чего-то подобрали. Брони. А, кстати, вот у нас со здоровьем-то все так более-менее нормально. Да уж. Чего-то реально темно, блин. Нажмите. Бросить да сам нож. Ты... О, пупок, ты так и лег, да? Отдал честь и умер. Я умер, все-таки отдал честь. Только бочечку отпрокинула.
А смотри, аптечку... А, у нас полная все. Какой план? Вот этот план, мамуша. Ух ты, ёб твою на небо. Вот этот план. Все, я закрываю глаза, ты можешь лететь. Ох, летит, летит, летит. Так, что, куда лететь? Куда лететь? А, у нас на стрелочку. А как нам наверх? Ля-ля, вертолетик, стреляй, может быть. Чем-нибудь большим есть, он бы хорошее оружие, надо было то не выкидывать. Давай, хм. Давай, сейчас нас прострелят нафиг. Подохни, шкура. Валим, валим, вверх. Почему мы не долетели? Ты ёпмал. Аэроплан не долетел наш. Как хорошо было летать. Так, блин, а он же здесь даже не, это, не стреляет. И лодка здесь еще, ё-моё. Ныкаемся, все. А, у. Может, свалим в деревца? Не успею, Лёш, не успею. Чё не... О, пупок свалил. Как голубь нагадил сверху. Больше да взрывайся ты! Ружбас, дай какой-нибудь. Взрывайся ты! Да что он там делает? А, ты лети, лети на нем. А нет, не лети. Откуда не вылез? Выползли там, не ёбоб. Все, никого. Дайте аптечку. Спасибо. Спасибо. Чуть-чуть здоровьечка прибавили. Ну, что, это было внеплановое экстренное сбрасывание, да. Ну, как думаешь, и у них, кстати, у нас, потому что мы тоже не ожидали. Я-то думала, сейчас будем лететь прям до цели. А тут бац, тут все не так оказалось. Блин, нам бы аптекана, ё-моё, или сохранение. А вот там у него что лежит? И лодку кинула, она куда-то уплыла. Вот это что такое лежит? О, можно лететь на аэроплане. Смотри. Слушай, броня. Очень хорошо. Нажмите действие, чтобы лететь на аэроплане. Как полететь-то, ё-моё? Его пузыриками, что ли, поднимут? Ну чего, полетели? Полетели. Не хочет. Может быть, надо взять его на сушу, подойти и разогнаться и полететь, как думаешь? А вот его никак не взять. Вот видишь, он поднимается и все, и сразу блин, опускается. Жаль, ну да. Ну, что, на лодочке поплывем? Да, придется лодку брать. Лодочка, плыви и быстрей гони. Смотри, у лодки идеальное здоровье. Да? Ух, да. Ёб, зелень. А вот у нас... Смотри, там сейчас шкура будет, поле, какую-нибудь хрень. А у нас Кобзец Петрович. Все, погребли, короче, быстренько. Давай. На цель, нам цель там. Давай тогда ближе к островам. Прям впритык, скажем так. Хмари, да все время запасают нас. Как, нормально управляется лодочка? Нормально. Ой, все, как есть. Как могу. Ну она плывет нормально, да? Да. А где цель-то, ёбал? Ну это же цели нет. Что случилось-то? Да жесть, что за хрень, да, если кто-то может объяснить, что с нами все время случается. Да, может мы заплыли за всё. Какую-то зону, куда нельзя заплывать. Давай тогда здесь и тормознемся, все, здесь мы... В бочку стрельни нахрен, на Кобзец ему, подзорвётся хрень. Эй, в него, в нас попали, а он кричит эй, да? Долго он будет подзорвать, смотри. Да, вот он кидает гранаты, точно. Видишь? Ну, тогда мы здесь тогда мы закончим, и закончим, да. Mm-hmm. Что там за хрень? Надо было по острову... Что там такое, да? То есть надо было, может, на остров на сам зайти? Почему так получилось? Непонятно. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока смотрите наше прохождение. Пока!